В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Когда ты сразу и учитель, и фотограф, и имеешь 5 судимостей. В кировской школе изобразительное искусство преподавал мужчина, который ранее был осужден за побои, угрозу убийства и кражу. По информации областной прокуратуры, условный срок учитель ИЗО получил в 2017 году, а затем 2 года находился на испытательном сроке. Известно, что 49-летний Роман Калашников устроился на работу в кировскую школу номер 19 в сентябре прошлого года. По информации прокуратуры, он предоставил руководству учебного заведения поддельную справку об отсутствии судимости с фальшивыми подписями сотрудников полиции. Директор учебного заведения подделку не разглядел. Получается, что Калашников почти полгода преподавал ИЗО несовершеннолетним, при этом в свободное время работал фотографом. Материалы проверки были направлены в органы предварительного расследования для дачи установленному факту уголовно-правовой оценки. По результатам рассмотрения материалов органов прокуратуры дознавателем было возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса России. Это использование, подделка официального документа. Ход расследования находится на контроле органов прокуратуры. В настоящий момент Роман Калашников уволен из школы. На новость сегодня отреагировали и в горадминистрации. Сейчас там решают, как застраховать учебные заведения от подобных ситуаций. Один из вариантов – предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости не через самого сотрудника, а через МФЦ.